там, где-то на рассвете в декабре, украсив утро красноватым крапом, зима заботливо в сосновых лапах рассадит стайку дивных снегирей. Мороз резвится за моим окном, и от него дым из трубы горячей стынет. От вздоха ветра опадает иней, и снег блуждает белым полотном. Забыв уже вчерашнюю пургу, я новый день восторженно встречаю горячей кружкою малинового чая, а за окном ранетки на снегу. Трава снегами схвачена в тиски, клюют печуги семена крапивы, и смотрятся так ярко и красиво на белоснежном красные мазки.